Всем привет! Вы на канале Семейка Т. Так, ребят, сегодня хочу рассказать о переделке электрики в курятнике для того, чтобы там птица не замерзала. Ну как не замерзала? У нас она и так не замерзала. Но при сильных морозах, которые были там 25 градусов недельные, у нас температура в курятнике без лампочки была 0 градусов. При такой температуре застывала вода. И яйца там полопались. Вот. Но опять же, говорю, это была без лампочки температура. Лампочку они там у меня сбили. Поэтому электрику я переделал. И на всякий случай усилил, как сказать, то, что усилил. Короче, чтобы не было никакого перемерзания. Вот. Сейчас все расскажу, покажу. Так, смотрим. Сейчас в курятнике сухо. Вот, посмотрите. Сухо-сухо. Температура на данный момент получается плюс 20 градусов. Плохо видно, плюс 20 градусов. Но сейчас еще тепло. То есть на улице плюс 2 градуса. Вот, что я сделал. Смотрите, это получается одна лампочка светит. Вторая сейчас отключена. Вот, на сильные морозы была сначала одна линия, вот это получается, с лампочкой, с одной. А потом я сделал вторую линию. На вторую линию я вывел GSM-розетку. Вот она, вот так, сейчас попробую поближе. На вторую линию вывел GSM-розетку, вывел лампочку и вывел сюда еще одну розетку. Сейчас расскажу, для чего это сделал. Так, лампочка у меня включается с телефона, ну либо когда я здесь, я могу включить, получается, на GSM розетке вручную. Когда меня нет, я включаю с телефона, и получается у меня световой день для птицы продлен. Да, кстати, после этого я заметил, что птица началась нестись, не знаю, как правильно назовем, нести яйца больше. То есть за 3 дня мне снесли, получается, птицы. Сейчас у нас осталось их вместе с петухом 12. Одна курочка там, не знаю, почему-то ее поклевали. Вот. Получается, за 3 дня птицы снесли 27 яиц. Меня это очень-очень удивило. Так, ну вот, сейчас расскажу, что дальше. Эту лампочку, получается, световой день я включаю-отключаю с телефона. Эта розетка на всякий случай, если вообще будет морозы стоять плюс 25, там, я не знаю, месяц. Я сюда купил прототипный мини-мини-мини обогреватель на 400 ватт с таймером. Я могу включить-отключить его, также с GSM-розетки, либо поставить на таймер. Вот так этот обогреватель выглядит. Здесь все на 400 ватт, как раз для курятника. Есть таймер у него. И температура регулируется. При отключении, допустим, линии, вот с лампочкой, он становится на 25 градусов в автомате. И на, получается, на вентилятор помощник. То есть угрозы загорания никакого нет. Ну и керамический он. У меня помещение по квадратуре здесь 3 с лишним квадрата, и обогревателя керамического вот этого 400 ватт хватит. Кстати, покупал я его не в Китае, покупал в интернет-магазине, там не помню, сколько стоит, но недорого. Что дальше? Вторая — это лампа. Сейчас скручена пока вот эта лампа на отдельную линию. Раньше здесь стояла инфракрасная, но птицы что-то тут летают. Инфракрасная лампа, чем она получается хуже? У нее, во-первых, очень тонкое стекло, колба, и птицы ее при полете своем стряхивают, обламывают. Вот. Тот раз я приехал, и лампа валялась внизу. Я понадеялся, что тут будет тепло, но вот как раз из-за лампы она валялась внизу, стряхнутая птица. И потом одна птица то ли поранилась, то ли что. Не знаю, может, эту лампочку поклевала. Короче, в конце я ее отправил на суп. Так, что же я сейчас сделал? Я вычитал, что есть керамические лампы. Заказал с Китая керамические лампы. Парочку штук. Одну на 200 ватт, другую на 100 ватт. Вот сейчас хочу посмотреть, когда
как они будут работать. Одна уже пришла, 200 ватт. Так, ну вот пришла посылочка. Это лампочка нагревательная, 200 ватт должна быть. Так, что-то как-то здесь маленько коцано. Коробка. Ну, посмотрим. Ну, сама лампочка вот так выглядит. 200 ватт. И вторая 100 ватт идет. Но те лампы надо включать через, именно обязательно через белый патрон. Вот через керамический, потому что у них очень сильный нагрев идет. Я у себя керамического патрона не нашел в магазинах. Тоже что-то не нашел. Поэтому вот сейчас ищу и потом буду устанавливать. Керамическая лампа будет при сильных морозах включаться в отдельную линию. И не через GSM-розетку, в отдельную линию. И будет работать постоянно. По диммеру, вот он стоит диммер. Я буду регулировать нагрев. Также можно обычную лампочку, то есть свечение по ваттам регулировать. Вот, как сделаю, отрегулирую, буду смотреть за температурой, и у меня будет уже опыт, в какую погоду, сколько выставлять диммером на лампе. Вот, ну а пока все нормально. Куры все, вот посмотрите, все сухие, не грязные. У одной он что-то там задница голая. Я сначала думал, что это пироед, но не знаю. У других ничего такого нету. Так что пока так. Пока все хорошо. Вот, ну что, на этом пока видео про курятник заканчиваю. Всем пока, удачи и хорошего настроения.